Тема продвижения товаров местного производства поднималась в правительстве республики уже неоднократно. Михаил Игнатьев, посещая муниципалитеты, всегда поднимал вопрос о наличии в продаже продукции, произведенной в Чувашии. Министерство экономического развития проводит мониторинг магазинов на наличие чувашских товаров. Сегодня Владимир Аврелькин рассказал о результатах мониторинга, затронув и другие темы. На встрече с прессой обсуждались причины создания центра сертификации, центра инжиниринга. Также рассматривался и вопрос о ходе строительства индустриального парка в столице Чувашии. Напомним, что в 2013 году заявка на размещение парка была одобрена, и под него выделена площадка в 23 гектара в районе ОАО «Промтрактор». В этом парке планируется разместить 10 резидентов. Более 42 миллионов рублей было выделено Чувашии из федерального бюджета на строительство систем электро-, водо-, газоснабжения и водоотведения индустриального парка. И только в этом году денежные средства были освоены, отметил министр экономического развития Чувашии. Также на пресс-конференции обсуждался вопрос о продвижении товаров местного производства. Работа большая проводится и МВД, и вот наше министерство по пресечению, прежде всего, рынка нелегальной продукции. Вот, соответственно, устраняя его, мы обеспечиваем себе гарантированный сбыт продукции. Плюс, еще раз, со всеми это нельзя решить проблему, как бы решая только одну сторону. Да? Вот мы, поэтому, говорю, мы пошли на переговоры с розничной сетью, с федеральной сетью, с качеством, с ценой. То есть мы, в принципе, так системно подошли к проблеме снижения спроса на нее.